Вот какая еще сейчас машина есть, да, пускай достаточно дорогая, но крузаки, да, они еще дороже, которая надежная, огромная, на пневмоподвеске, мне кажется, да, на пневмоподвеске, да. А высотой, смотрите, вам аж по сисю, даже почти по плечо. А третий ряд сидений, смотрите. Ну, выдвижные пороги, третий ряд сидений здесь достаточно комфортный. Вот в следующий раз, чтобы снять очередной Тахо, привезу точно своих детей, потому что по вместимости и комфорту для семьи эта машина просто великолепна. И как американцы любят, она достаточно хорошо оснащена. Давайте сейчас я, во-первых, еще раз покажу вам салон. Сзади вы, наверное, уже успели обратить внимание, что этот Тахо у нас пришел с прекрасным салоном кофе с молоком. Здесь перфорация, потому что первый ряд с вентиляцией и подогревом, второй только с подогревом. А Тахо всегда хорошо оснащен. Этот, в принципе, очень хорошо оснащен, вот как приветственный джингл отыграл. И цифровая приборка у нас зажглась. Адаптивный круиз-контроль. Дальше ушла в прошлое кочерга. Я скучаю по ней, хотя ее и ругала. Пришли кнопки. Какая-то гомосятина, не знаю. Но многим нравится, что вот это не нужно. Не знаю, на вкус и цвет. Двухступенчатый обогрев. Далее, смотрите. Много функций здесь все равно оставлено на кнопках. Спасибо им за это. Несмотря на то, что дисплей здесь сенсорный. Камера 360. Далее, здесь бокс огромен. Он с холодильником. Беспроводная зарядка. Многие думают, что здесь, но нет. Она вот здесь. Это просто полочка. Два подстаканника здесь достаточно удобно, потому что они не для вас, они для задних пассажиров. Сзади экраны, кстати, если не обратили внимания. Бесключевой старт-стоп, подогрев руля, конечно же, проекция и большая панорама. При этом у нее достаточно большой багажник остается. То есть сама машина длинная, крупная, но плюсы Тахо. Он достаточно надежен, на него есть запчасти, на него есть сервисы. Минус – это, в общем, достаточно жрущая машина. И если вы противник подобных автомобилей, а вы ближе к электрокарам, это, конечно, не ваша история. Но если вам хочется вот это вот буль-буль-буль под капотом, чтобы мощно, чтобы рычало, и чтобы много машин хорошо оснащена, наверное, кроме Тахо и Кадиллака, которые безумно дорого сейчас стоят, других вариантов особо нет.